Быстрый и мощный помощник появился у ульяновских спасателей на воде. База станции ГИМС, которая находится на центральном пляже, пополнилась новой лодкой – аэровездеходом НЕРПА 860КБ. Судно развивает скорость до 120 км в час. Вездеход может ездить по воде и песку, льду и ледяным торосам. НЕРПА сочетает в себе лучшие качества авиации и наземного транспорта. Лодка обладает высокой грузоподъемностью и экономичностью. По целевой программе правительства Ульяновской области в прошлом году было закуплено данное судно. Три формирования у нас суда на воздушных подушках, а это новое судно, которое уже модифицировано, имеет свойства как по воде, по льду, по снегу, по песку и по мелкому гравию проходить. То есть здесь жесткомодульное дно. В салоне НЕРПА без стеснения разместятся сразу 8 человек. Современный вездеход также оснащен печкой, спасательными жилетами и кругами. Такой техники на вооружении у спасателей Ульяновской области еще не было. Судно не имеет аналогов и сочетает в себе принцип аэросаней в сочетании с комплексом высокотехнологичных инноваций. Многотонная машина буквально скользит по водной глади. Ей не страшны ни мороз, ни острые льды. Ну, использоваться будет для спасения людей вот, в сложных метеоусловиях, то бишь, ну, на льду и рыбаков, в частности, по большей части. А в чем удобство? То, что может передвигаться по любой поверхности. По льду, воде, снегу, без разницы. НЕРПА будет доставлять спасателей к месту происшествия. Также на ней будут проводиться поисково-спасательные операции. Испробовать в деле аэролодку пока не успели. Однако спасатели не перестают отрабатывать технику работы на новом судне. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.